Шеф-повар Максим Григорьев. Индейка с овощами, запеченная в пергаменте. Сегодня в наших магазинах индейку можно купить практически без проблем. Причем можно выбрать любую ее часть. Мне полюбилось бедро. Именно это мясо я предлагаю сегодня приготовить. И обязательно с овощами. Яркая морковь, зеленый горошек, в сочетании с белоснежной брынзой. Не просто красиво, но и очень вкусно. Диетическое мясо и большое количество овощей. Что может быть лучше? Время приготовления – 1 час 30 минут. Ингредиенты – основное блюдо. Брынза 150 грамм рам. Горошек зеленый 150 грамм рам. Индейка 350 грамм. Лавровый лист 4 штуки. Лук репчатый 2 штуки. Масло подсолнечное рафинированное 2 столовые ложки. Морковь 2 штуки. Уксус винный темный 50 мл. Цедра лимона 1 столовая ложка. Чеснок 2 зубчика. Ингредиенты, маринад для индейки. Брынза 150 грамм рам. Горошек зеленый 150 грамм рам. Индейка 350 грамм. Лавровый лист 4 штуки. Лук репчатый 2 штуки. Масло подсолнечное рафинированное 2 столовые ложки. Морковь 2 штуки. Уксус винный темный 50 мл. Маринад для индейки. Цедра лимона 1 столовая ложка. Чеснок 2 зубчика. Какао-порошок 2 столовые ложки. Какао-порошок 1 столовая ложка. Лавровый лист 2 штуки. Сок яблочный 100 мл. Уксус винный темный 30 мл. Маринад для индейки. Чеснок 2 зубчика. Шаг 1. Начнем с приготовления маринада. Для этого возьмем яблочный сок, винный уксус, чеснок, соевый соус, сахар, соль и специи. Шаг 2. Мясо нарезать на порционные куски, предварительно удалив жилки и пленки. И положить в миску, в которой оно будет мариноваться. Шаг 3. Выливаем в миску яблочный сок и винный уксус. Шаг 4. Добавляем соевый соус. Шаг 5. Кладем лавровый лист и давим чеснок. Не забываем немного посолить и поперчить. А также капнуть несколько капель соуса табаско и добавить 1 столовую ложку сахара. Шаг 6. Все хорошо перемешать. Закрыть пищевой пленкой и оставить на 2-3 часа. При желании мясо можно убрать в холодильник на всю ночь. Шаг 7. Когда мясо замаринуется, включить духовку. Овощи почистить. Морковь нарезать кубиками, приблизительно 1,5 на 1 см 5 мм. Лук нарезать радиально. Шаг 8. В миску высыпаем зеленый горошек. Шаг 9. Сверху выкладываем морковь и лук. Шаг 10. Рубим и добавляем чеснок. Шаг 11. Добавляем цедру и сок 1 лимона. Шаг 12. Все перемешать, солим и перчим. Еще раз перемешиваем. Шаг 13. Мясо достать и обсушить от лишней влаги. Шаг 14. Взять лист пергамента или вощеной бумаги и выложить на него овощи. Шаг 15. Положить кусок индейки. Шаг 16. Поломать на кусочки брынзу. Посыпать немного зеленью, полить 1 столовой ложкой масла. Собрать концы бумаги в центре. Влить 1/2 винного уксуса. И завязать их так, чтобы получился мешочек. Шаг 17. Выложить на смазанный маслом противень. В
противень налить немного воды и поставить в духовку. Температура запекания 180. В процессе запекания нужно несколько раз добавить чуть-чуть горячей воды в противень. Это необходимо, чтобы овощи, которые лежат в нижней части мешочка, не припеклись к бумаге. Время выпекания 1 час. Шаг 18. По истечении 1 часа, достать мешочки из духовки и дать им остыть минут 10-15. Блюдо готово. Можно сервировать. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.